Утро выходного дня, а куряне уже на лыжах. Бодрые, готовы обкатать новую трассу. Самые активные возрастные участники – Иван Стародубцев и Вячеслав Сапунов – заядлые велогонщики. С детства любят кататься на коньках и лыжах. Говорят, спорт у них в крови. Как родился, так и стать. С роддома нам лыжи дали все. Главный участник – олимпийский девиз. Это Пьер де Кубертен сказал в 1903 году. Любая физкультура всегда полезна. Ну, не случайно же, я вот приехал сюда, чтобы заразить кого-нибудь, молодежь. Если хоть один возьмет с меня пример и доживет до моих лет, я буду благодарен судьбе. А вот лыжники помоложе здесь только ради победы. Павел Игроков к соревнованиям готовился долго и упорно. Даже вышел покорять трассу в свой день рождения. В итоге показал лучший результат. День рождения тяжело, как бы, но пришлось мысли немножко с днем рождения в сторону. Вот. Вчера допоздна лыжи готовили. Я готовил себе, студентам. Вот студент тоже призер, второе место занял. Глава региона поздравил всех, кто вышел на лыжню в этом сезоне. А еще поблагодарил дорожников за то, что подарили городу новую трассу. Все лето наши друзья-дорожники здесь трудились бесплатно для бюджета. Нам подарили замечательную трассу. Я надеюсь, что в следующем году появится еще одна петля, и нас с вами будет с каждым годом все больше и больше. Кстати, Роман Старовойт в этом году преодолел дистанцию в 10 километров за 39 минут 38 секунд. В итоге занял 7-е место. Всего в заезде участвовало больше 70 лыжников. Мария Колосова, Максим Леонов. События дня.